В ходе очередной рабочей поездки в округ народный депутат Украины Александр Урбанский пообщался с жителями Могалы. Встреча без галстуков состоялась на детской игровой площадке, которая была построена на средства благотворительного фонда «Придунавье» еще в ходе предвыборной кампании 2014 года. На сей раз поводом для встречи стал пуск новой ветки водопровода, которую жители улицы Даватура ждали более 30 лет. Выставлять не надо, мы его уже знаем, по-моему. Конечно, конечно. Скажу так, по-честному, меня завидуют очень многие мэры, потому что такого народного депутата нет ни у кого, который в месяц 3-4 раза приезжает. Так похудел, что мы его не увидели. Работа такая. Дорогие ренийцы, здравствуйте. Я уже так понял, что мы все помним, да, нашу первую встречу здесь. Вот. Я помню, что я тогда обещал. Я помню, что тогда было достаточно темно, было грязно, не было воды. Сейчас у нас уже появилась вода. Это благодаря действиям и мэра, и городского бюджета. В скором будущем у нас начнется здесь строительство дороги, которую я тоже обещал. Это будет сделано за средства областного бюджета. Вот. И, насколько я уже тоже проинформирован и знаю, у нас уже закуплены плафоны для того, чтобы здесь сделать вам еще чуть больше освещения. Поэтому скоро здесь будет не просто вот одна какая-то там обещанная, да, построенная детская площадка, но весь комплекс всех тех дел, которые мы обещали. Разумеется, жители ближайших улиц интересовались, когда же цивилизация придет и под их калитки. Городской голова отметил, что при всем желании сделать сразу все, чего не было десятилетиями, невозможно. Однако поэтапно муниципалитет будет прокладывать новый и менять старый водопровод, а также строить и ремонтировать дороги. Если говорить о Могале, то в этом году в городском бюджете запланирован капитальный ремонт водопровода на улицах Веселая, Суворова и Анадольская на общую сумму 1 400 000 гривен. Вы нас выбрали, вы нам доверили. Мы будем работать и исполнять наши обязательства и обещания. Благодарность от всех наших. Я думаю, что они будут... Не хочу я выходить, я и так дрожусь. Я вам маленький стишок сочинила. Вот именно нашему мэру. Люди все болтали. Ведь это бывший мент. А мент работать будет. Но не себе в ущерб. А вы своим упорством людям доказали. Вы лучший мэр из мэров, из тех, что выбирали. Ведь сколько мэров было? Все только обещали. Мы 30 лет здесь жили, а воду не видали. А вы с командой вашей, услышав нашу боль, проблему устранили. Вопрос решен с водой. А мы с благодарностью и от всей души решили вас побаловать. И торт преподнести. Где наш торт? Жители улицы Даватура с большой любовью относятся к своей Могале. Этой весной они провели целый ряд субботников и навели на детской площадке порядок, покрасили качели и скамейки. Об этом рассказала на своей страничке в Фейсбуке многодетная мама Оксана Семененко.